на конкурс «Дети читают стихи». Селезнева Аня, 5 лет. День Победы. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, просыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.